база. Здорово. У нас в боксе гробовая тишина, потому что все обедают, кроме вот этих парней, которые едят на завтрак Джей-Зет, и поэтому им не надо обедать. Супер, теперь вот такие вот в серебре все, красивенькие. А то, что у лосева мотора нет, это вы не переживайте, все нормально, его просто сняли на ревизию, посмотрели вообще, как мотор себя чувствует. В общем, в целом все это планово и все четко. На гонки же собирались, нет? На гонки? Это гоночная машина, да? А почему серебристый, почему так? А помнишь, Репкин был, или Редкин, как его фамилия? У него такая же была супер, была, в да. таком же обвесе и с красными глазами. Вот делает, наверное, под него. Что ты там, Вань, делаешь, рассказывай. Поддон модернизирую. Модернизируешь прям? Да. М4 на М5 режем. Просто вот человек меняет резьбу в поддоне. Вот такие вот будни у него. А вы думали, что мы все Джей-Зет собираем? А еще команда наконец-таки обрела полноценный офис. Сейчас я вам его покажу. У нас реально люкс, кайф, шик, блеск. Ну и вот так вот мы теперь обитаем в офисе. Такой вот синий фирменный диван. Все для рабочей атмосферы. Новые столы, новая люстра. Че, Никитос, комфортно тебе тут работается? Вообще шикарно. Ну, а парней тоже теперь есть своя раздевалка с душевой, в общем. Тоже фирменным синим. Тем временем до старта сезона и до первого этапа остается чуть меньше 2 недель. Мы все готовимся, мы все в предвкушении, как и вы, надеемся. Остается только поклеить евреи и вернуть мотор обратно в Беркута. А также дождаться мотора на Lexus V8.